Сегодня в открытых источниках появилась информация, что уже в первой декаде октября на заседании Синода может решиться вопрос о предоставлении Украине Томаса. Сегодня же впервые свое отношение к этому высказал один из иерархов Украинской Православной Церкви, настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел. Патриарх Варфоломей своим синодом, своей церковью поступил очень несправедливо, потому что, нарушая мир людей, церкви, нарушая уставы, каноны церкви, тем самым он привнес в Украину очень много сегодня распри и непонимания. И сегодня, если это, не дай Бог, случится, будут нападки на лавру, будут на разделение. И так нельзя. Наоборот, нужно всячески объединять. И мы стараемся. И наша церковь поступила очень мудро, что все же таки дает понять, что нельзя вмешиваться в дела другой церкви. Фоломей патриарх, он равен. Не может он давать ЦУ каждой церкви в отдельности и делать то, что не предписано соборными правилами и уставами поместных церквей. Благодать одинакова.